Ребят, напоминаю, что меня зовут Даша Жданова, я HR Воронежского центра разработки DataArt, и сегодня я вам расскажу, собственно, как вообще найти работу в IT, что нужно делать, какие у нас этапы собеседований на будущее, и, в общем, еще много всего интересного. Немного обо мне. Я закончила не ВГУ, я закончила политех, управление персоналом. Как ни странно, пошла работать по специальности. Собственно, я уже больше 6 лет в профессии, 3 года из них в DataArt, 3 года в другом месте. Собственно, занимаюсь рекрутингом, адаптацией и еще другими важными вещами. Немного про DataArt. DataArt уже 21 год существует на рынке. Воронежский центр разработки у нас уже 12 лет. И у нас, как вы видите, более 3500 реализованных проектов, на текущий момент около 350 в работе, и уже больше 2600 специалистов. В Воронеже с нами сотрудничают больше 500 человек. Собственно, мы продолжаем расти, развиваться, и дальше, собственно, будем, надеюсь, расти в тех же темпах. DataArt организует в Воронеже несколько технологических сообществ, например, Java User Group, Scala User Group, Python Community, есть даже сообщество для IT-рекрутеров. Поэтому будем рады вас видеть на наших мероприятиях, они в основном все бесплатные. Приходите, слушайте крутых спикеров, общайтесь. You are welcome. Почему все хотят в IT? Безусловно, потому что в IT интересные задачи и интересные проекты. Безусловно, очень привлекает гибкий график работы и возможность работать абсолютно из любой точки мира. Безусловно, огромное разнообразие специальностей, направлений и огромное количество вакансий. Сейчас практически все компании пытаются что-то оптимизировать, что-то там структурировать, перейти на какие-то прикольные IT-решения. Вот, и, безусловно, всем нужны для этого разработчики, потому что как без этого все это сделать? Вот, безусловно, это круто, что вы можете посмотреть в будущее. Вы находитесь вот на границе создания какого-то нового крутого продукта, который, возможно, перевернет там целый мир, начиная там от каких-нибудь современных протезов, заканчивая какими-то тоже медицинскими наработками, разработками и прочее. Вот это реально крутая возможность. Даже я не разработчик, я рекрутер, HR, все равно общаюсь с ребятами, слушаю, над какими проектами они работают, и ну, берет гордость за то, что ты можешь узнать что-то интересное и можешь прощупать то, что у нас будет уже вот через 5 лет, через 10 лет, в принципе, там, все этим будут пользоваться. Ребят, расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно IT-направление, почему пошли учиться там, на ПММ, ФКН или еще куда-нибудь, скажите. Ну, давайте. Зарплата? Ну, конечно, можно, да. Безусловно, мы знаем, что айтишники очень высокооплачиваемая профессия. А еще? А чем интересно? Да, да, это действительно так. То, что как будто прочитали Лема или еще кого-то, и это уже сейчас практически на кончиках пальцев вы ощущаете. Собственно, вы уже, конечно, сделали первый шаг, если поступили на какую-то техническую специальность в какой-либо вуз, но этого недостаточно, разумеется. Как сделать первый шаг, чтобы попасть в IT-сферу, найти хорошую работу, высокооплачиваемую, и чтобы главное, чтобы она вам приносила удовольствие, потому что на работе мы проводим, ну, большую часть своей жизни. Это заблуждение большое, что там, не знаю, какую-то одну треть там суток и так далее. Пока вы доедете на работу, пока поработаете, пока уедете, что-то почитаете интересное там по технологии, в которой работаете. В общем, это большая часть вашей жизни. Будьте к этому готовы. Поэтому, безусловно, главное найти то, что вам по душе, и то, что вам понравится, и то, что будет приносить вам удовольствие. И, не знаю, от чего вы будете действительно ловить кайф, и что вас будет радовать в целом. Для этого вам нужно изучить основные направления в IT. Для этого, собственно, мы и делаем летнюю ознакомительную практику DataArt, чтобы вы посмотрели на ребят, которые занимаются разными вещами, там, посмотрели, поняли, чем отличаются там веб-мастеры от JavaScript-разработчиков, чем отличается бэкэнд от фронтенда и прочее. Вот, чтобы вы поняли, что вам наиболее интересно, куда вы хотите развиваться.
Потом, безусловно, нужно быть в курсе событий, которые происходят, по крайней мере, у нас в городе. Безусловно, мы очень рекомендуем следить за разными крутыми спикерами по той или иной технологии, подписаться там, может быть, на их Twitter, на GitHub, смотреть там их коммиты и прочее. В общем, это вам действительно поможет, потому что вы будете, так сказать, ну, изучать самые новые фреймворки, самые новые направления в IT-деятельности. В общем, очень рекомендуем. Также рекомендуем различные каналы. Хабр-Хабр, безусловно, наверное, все читают. И список рекомендованной литературы вам тоже поможет. Если вы сейчас уже более-менее определились с направлением, которое вам интересно, там, например, Java-разработка, или там QA, или .NET, или бизнес-анализ, у вас есть список рекомендуемой литературы на руках. Если нет, то заходите на наш сайт в раздел «Карьера», и там будет он, и смотрите, изучайте потихоньку технологию, которая вам интересна. Безусловно, если вы уже определились с направлением и у вас есть какие-то базовые знания по какой-то технологии, мы очень рекомендуем вам присылать резюме в свободной форме. Мы со всеми ребятами всегда общаемся, встречаемся. Если что, рассказываем, что вам еще подтянуть, но об этом чуть позже. Так, какие бывают IT-компании и виды? Когда вы определились уже с направлением там, в разработке, в технологии, чем вы хотите развиваться, конечно, нужно определиться, куда вы хотите пойти работать. IT-компаний сейчас великое множество, также есть IT-департаменты в разных банках и вообще, в принципе, там, в промышленных каких-то организациях. Но в основном IT-компании подразделяются на сервисные и продуктовые. Datart – сервисная компания, мы предоставляем разработку заказного программного обеспечения в разных сферах. Это финансовая индустрия, здравоохранение, медиа, путешествия, интернет, вещи, игровая индустрия. Также мы занимаемся IT-консалтингом. Есть продуктовая IT-компания, где есть какой-то уже продукт, который разработчики кастомизируют под каждого конкретного клиента. Вот, то есть тут вам нужно определиться, почитать отзывы о компаниях, посмотреть, походить желательно на их мероприятия, посмотреть на офис, пообщаться с ребятами, которые тут работают. Тогда вы сможете уже более-менее определиться, куда вы вот хотите пойти работать и вот, ну, какая ваша конечная цель, по крайней мере, там, на ближайший год-два. Также, как я уже сказала, есть огромное количество различных специальностей в IT. Помимо разработки, помимо тестирования ПО, есть еще великое множество разных направлений. Это и DevOps-инженеры, и бизнес-аналитики. Оля Зимбаева вам очень подробно про это рассказала, и Надя Тарасова. Есть веб-мастеры, техническая поддержка, системное администрирование и т.д. и т.п. Также есть IT-рекрутмент. Если вы хотите развиваться как рекрутер в будущем, тоже, пожалуйста, присылайте резюме, почему нет. Летняя ознакомительная практика, вы сейчас на ней присутствуете, мы ее, собственно, закрываем, каждый год мы ее проводим уже на протяжении 6 или 7 лет. Собственно, нужно для того, чтобы вы поняли, что для вас наиболее интересно, пока у вас как бы есть время и возможность это сделать. Что касается еще возможностей для тех, кто еще не определился до конца с направлением, в котором он хочет развиваться и работать, у нас есть открытая программа наставничества «Техлидерс» называется. Вы заходите, выбираете себе ментора, менторы по разным технологиям из разных компаний, не только из Datart, подаете заявку, и мы вас, так сказать, связываем друг с другом. Вы можете у этого ментора научиться много чего интересного узнать у него, какой-то над каким-то проектом, возможно, совместно поработать. В общем, это поможет вам развить ваши скиллы там, в программировании или еще в какой-то области. Если вы хотите поподробнее узнать про этот проект, то ссылочка на Facebook, facebook.com/techleadersrussia, в принципе, да, там, наверное, наиболее полная информация представлена. Также Datart открывает периодически IT-школы. Например, как вы знаете, у нас сейчас стартовала академия по .NET. Это вот 22 июля у нас было первое занятие, сегодня второе, и также сейчас открыт набор на JavaScript Академию. Если вы готовы изучать какое-то из этих направлений, но в частности уже JavaScript, потому что на .NET направление уже закрылся набор, то отправляйте свою заявочку и будете ходить заниматься, получать новые знания. Единственное, мы после этих академий планируем ребят лучших взять к себе на работу, на полную занятость, поэтому вы подумайте внимательно, готовы вы, если что, потом совмещать учебу на очном обучении и полную занятость в Datart. К IT-школам мы в основном открываем по мейнстрим направлениям. Это Java, .NET, QA, QA Automation, JavaScript и бизнес-анализ вот у нас был. В январе школа закончилась. Поэтому следите за анонсами. Если кто-то не подписал анкетку или не получает от нас письма про различные мероприятия, заполните анкетку, сдайте ее нам на саппорт, будете получать. Или на сайте можете подписаться на анонсы.
Собственно, как я уже сказала, лучших ребят после IT-школ мы в основном берем к себе на работу, на практикантскую программу. Мы их там немножечко доучиваем. Чем отличается практикантская программа от испытательного срока? Да, в принципе, особо ничем. Единственное исключение – то, что у вас будет на этот период практикантской программы ментор, руководитель практики, который составит вам план практики в зависимости от того, что вы знаете, а что не знаете. Вы к нему сможете обращаться по различным сложным вопросам, там, например, в приложении что-то вы там сидите и не понимаете, обратились к ментору, он вам помог. Вы за период практики изучаете как теоретические материалы, так и практические. То есть работаете, в принципе, к концу практики над какими-то реальными задачками из реальных проектов. И после прохождения 3 месяца вы становитесь джуниор-разработчиком или джуниор-тестировщиком, который относительно уже готов к самостоятельной работе в коммерческом проекте. Как вы видите, у нас очень много ребят прошли практикантскую программу. Это почти больше половины моих коллег тут в Воронежском офисе. В этом году уже это 17 человек, и планируем, собственно, еще набор. Так что, если что, присылайте резюме. Задача практикантской программы в кратчайший срок подготовить хорошего джуниор-разработчика или джуниор-тестировщика, который более-менее готов к самостоятельной работе и, собственно, знаком с нашей корпоративной культурой, знаком с нашими ребятами-менторами, там, проджект-менеджерами и так далее, и, собственно, уже наработал себе какую-то репутацию за эти 3 месяца. В конце каждого месяца практикантская программа вот длится на 3 месяца, и в конце каждого месяца у нас есть ревью, когда группа экспертов собирается по разным технологиям, смотрит, что вы там изучили, что вы написали, какой код. Вот цель не завалить практиканта, цель обнаружить белые пятна, которые у вас были на протяжении обучения. Вот. И если 3 ревью пройдены успешно, то вы становитесь уже, собственно, разработчиком, тестировщиком, все хорошо. Вот. Практику не проходит крайне редко, в основном это связано с какими-то дисциплинарными моментами. Например, особенно студентам это свойственно, оставлять все на последний день. Например, там нужно вам написать приложение было в течение месяца. В общем, не получится его написать за 2 дня до ревью. Нужно его писать каждый день, чтобы в нем разобраться, чтобы понять, там, какой кусочек кода за что отвечает. Так как больше половины моих коллег выходцы из практикантской программы, они же ходят, в принципе, на ревью, обычно это сразу становится ясно, если вы просто скопипастили код, в нем не разобрались и, собственно, не углубились в тему. Вот. А так, если будете выполнять все, в принципе, направления, ну, рекомендации ментора, следовать плану, то все будет хорошо, пройдете практикантскую программу. Собственно, кого мы ждем на практику финально? Мы ждем ребят с базовыми знаниями по конкретной технологии. Сейчас у нас открыты позиции по .NET, практиканская программа, и по JavaScript. Они все размещены на сайте, можете посмотреть описание, ничего там сверхъестественного, действительно базовые знания. И разговор на английский, безусловно. Разговор на английский, на самом деле, для многих кажется самым сложным этапом прохождения, в принципе, куда бы то ни было, в международную компанию. Какие у нас вообще этапы интервью, и расскажу, как проходит интервью на английском более подробно. Сначала вы присылаете свое резюме на почту, которую вы видите, на HR-VR. С вами 100% свяжется HR-менеджер. Потом мы договоримся с вами об интервью на английском. Что оно из себя представляет? Это проходит удаленно по телефону или скайпу. По времени занимает минут 20. 20 минут вы общаетесь с преподавателем на разные темы. Никто от вас также не требует уровня advanced или какого-то суперразговорного английского. Просто нужно, чтобы вы могли донести свои мысли, рассказать о себе, что вы закончили, почему там выбрали именно это направление или где учитесь. Ну, то есть какие-то базовые вещи, несложные. И поддержать разговор, разумеется, понимать, что говорит преподаватель. Ну, но на общепринятые системы оценки подходит уровень intermediate, но крепкий intermediate и upper intermediate. Если вы не прошли интервью на английском с первого раза, ничего страшного, это абсолютно нормальный кейс. Я тоже не с первого раза прошла интервью на английском, со второго. Вот, мы даем вам время на подготовку, вы готовитесь, занимаетесь там по своим каким-нибудь удобным каналам, кто-то с native спикером говорит, кто-то на какие-то курсы записывается. Связывайтесь потом с нами повторно, мы назначаем повторную проверку английского. То есть мы не ставим крест на кандидате, если он не прошел какой-то из этапов интервью. Это абсолютно нормально. Были случаи, когда ребята у нас не проходили интервью, но потом там 2 месяца усиленно занимались, и в итоге у них уровень очень сильно вырастал, и мы их финально брали на работу. После интервью на английском, если вы его прошли успешно, мы приглашаем вас на HR-интервью, техническое интервью. Что нужно сделать для того, чтобы подготовиться к HR-техническому интервью? Ладно, расскажу голосом.
Собственно, мы очень рекомендуем почитать о компании, в которую вы собираетесь идти на собеседование. Хотя бы понять, чем она занимается, что делает, где находится, как минимум, вот, чтобы не опоздать. Второй момент – это освежить в памяти какие-то теоретические знания по той технологии, в которой вы, которую претендуете. Потому что по теории все равно вас так или иначе будут спрашивать. Вот, ну и чуть-чуть попрактиковаться, может быть, написать какое-то практическое задание. Если у вас есть какие-то pet-проекты, обязательно выложите их на GitHub и впишите в резюме. Это очень полезно, эксперты сразу посмотрят, могут у вас спросить, задать вопросы по непосредственно этому проекту с GitHub. После технического интервью у нас идет тестовое задание, когда вы сидите в отдельном кабинетике, пишете код по абстрактной задачке. Задачки несложные, в принципе, ничего сверхъестественного от вас требовать не будут, просто посмотреть, как вы мыслите логически и можете ли вы решать какие-то простые вот задачи. И потом принимается решение по вашей кандидатуре. Если один из этапов, повторюсь, не пройден, ничего страшного, договариваемся с вами о дате, там, когда вам будет удобно все это пересдать, или вы там с нами связываетесь в будущем, мы назначаем повторную перепроверку, чего бы там ни было. Если у вас нет резюме в нормальной форме, то вы можете воспользоваться нашим сервисом CVDAQ. Он абсолютно бесплатный. Вы загружаете туда то, что у вас есть, какие-то там данные, наработки, и ребята, мои коллеги, помогают вам составить идеальное резюме на русском, на английском, на каком хотите языке. Вот, собственно, можете воспользоваться. Очень интересный сервис. А поднимите руки, у кого уже есть резюме, кто его уже готовил. Ну, в общем, потихоньку начинайте его собирать, включать туда все самое важное. И что должно содержаться в резюме? Безусловно, напишите там свои фамилии, имя и предпочтительный способ связи, по которому вам будет удобно связываться и общаться с рекрутером или с HR. Потому что если вы укажете, например, почту, а на почту не будете там заходить в нее и отвечать долгое время, это тоже не есть хорошо. Поэтому указывайте действительно, где тот способ связи, где вам будет удобно, через какой вам будет удобно общаться. Телеграм так Телеграм, WhatsApp так WhatsApp, по телефону вам позвонить, окей. Безусловно, укажите там все-все-все практические какие-то задачки, проекты, возможно, даже учебные проекты, над которыми вы работали, на каких языках вы их писали, чтобы мы видели, что у вас хоть какие-то есть наработки, хоть какой-то технический бэкграунд. Если вы уже определились с языком программирования, добавьте вот ваши pet-проекты какие-то, которые вы делали, там ссылочки на GitHub, ссылочки на какие-то статьи, если вы писали. Можно прикрепить, не знаю, призовые места в хакатон, если вы занимали, тоже эту информацию внесите. Если у вас особо нечего писать, ну, напишите, что вы закончили и почему хотите там стать, например, Java практикантом или .NET практикантом. Просто хотя бы опишите, почему вас это так привлекло. Собственно, где искать вакансии, где их обычно публикуют? Безусловно, работные сайты, HeadHunter, в принципе, Воронеж – это самый распространенный, наверное, работный сайт. Сайты компаний – это очень важно, потому что очень часто на сайтах компаний вакансии представлены гораздо больше, чем на HeadHunter или еще где бы там ни было. На моем круге периодически публикуются вакансии. И, собственно, периодически мы рассылаем анонсы и информацию о вакансиях, которые у нас открыты именно вам на почту, если вы, опять же, подписаны на нашу рассылку. Также очень рекомендуем посещать вот подобные ивенты, не только летнюю практику, но и IT-толки, QA-толки, потому что там всегда присутствуют HR-специалисты, там всегда присутствуют технические специалисты, и вы можете пообщаться как с техническими ребятами, которые могут вам подсказать, там, куда дальше развиваться, что вы уже знаете, что не знаете, что для нашей компании конкретно требуется. У нас ребята всегда очень открыты к коммуникациям. Ну и, безусловно, вы можете пообщаться с HR-менеджерами, познакомиться, примелькаться, задавать там любые вопросы абсолютно, и спросить то, что вас интересует. Так, как я уже сказала про этапы собеседования, понятно? Резюме. Помимо того, что я озвучила уже выше, безусловно, очень важно изюминка. Хоть какую-нибудь изюминку желательно бы добавить, чтобы ваше резюме выделялось. Но тут можете, в принципе, не фантазировать. Лучше, чтобы это было структурированное резюме. Вот, понятное для HR-специалиста, не хаотичное. Вот, собственно, на этом, наверное, все. Так, да, безусловно, очень важно при составлении резюме ставить себя на место человека, который будет читать резюме. Мы очень часто сталкиваемся с ситуациями, но это обычно касается, наверное, ребят, которые имеют какой-то опыт разработки ну, какого-либо ПО. Например, они указывают места работы
самого раннего, например, там 99-й год, 2003-й, потом внизу идет там 2003-й, 2006-й, еще ниже идет там 2006-й, 2008-й. И то есть самое вот последнее место работы, где он сейчас работает, оно оказывается там на 4-й странице, и пока туда пролистаешь, уже как бы забыл, что прочитал. Поэтому резюме не должно быть, во-первых, слишком длинным, вот, во-вторых, оно должно быть последовательным. То есть что закончили, где сейчас работаете, и ваши там предыдущие места работы, например. Не нужно его делать на 4-5 листов, потому что всю, в принципе, информацию можно поместить на 1-2 листа, или вы можете составить, например, какое-то краткое резюме для HR, где стоят какие-то ключевые слова, например, проект такой-то, стек такой-то, проект второй, стек там, технологий, набор технологий другой. И можете приложить еще расширенную версию для, например, технического специалиста, где будет написано, там, что конкретно вы там занимались, разрабатывали, какой кусочек приложения и прочее, прочее. Но все это в кучу как бы не нужно сваливать. Обязательно используйте какие-то простые предложения, не нужно там выдаваться в какие-то публицистические направления или какой-то художественный стиль. Чем проще, тем лучше. Вот ключевых слов, в принципе, достаточно. Напишите обязательно, какие технологии хотите использовать, потому что если вы, например, напишете, что вы работали Java-разработчиком или там реализовывали проекты на Java, а хотите на .NET, и не напишите, что вы хотите на .NET, мы не поймем, что вы хотите на .NET. Мы будем смотреть, вы занимались там Java, и значит, мы будем предлагать вам Java. Напишите, на какой стек технологии вы хотите, собственно, использовать в своей работе. Напишите, какие задачки интересно решать, не откликайтесь на все подряд, и на .NET, и на Java, и на JS, и на тестирование. Выберите что-то одно, пожалуйста, напишите сопроводительное письмо, и мы уже посмотрим, что мы с вами сможем рассмотреть и какую позицию сможем вам предложить. Если вам после вашего отклика не перезвонили по какой-то причине, не стесняйтесь позвонить самостоятельно. Резюме бывает очень много, и, конечно же, есть человеческий фактор, что там ваше письмо, например, пропустили, или попало оно в спам. Ну, бывает такое, все мы люди, такое случается. Не стесняйтесь, перезвоните HR-менеджеру, спросите, там, скажите, пожалуйста, я отправлял резюме, посмотрели, не посмотрели, и пообщайтесь, не бойтесь, ничего страшного не произойдет, опять же, мы всегда открыты к коммуникациям. Если стесняетесь звонить, напишите, пообщаемся. И будьте честными и благодарите за ответ. Не надо приукрашивать то, чего нет у вас, и писать тот опыт работы, которого вы не получали. Лучше пишите честно. Если там нет у вас опыта работы, пишите, что нет. Если не занимались, там не работали с этой технологией, с этим фреймворком, не нужно писать, что работали. Все равно эта информация всплывет на техническом интервью, и будет, ну, не очень красивая ситуация. Подготовка к интервью. Как я уже сказала, безусловно, посмотрите, почитайте о компании, посмотрите, где она находится, чтобы не опоздать. Желательно там, ну, я обычно, когда искала работу, ездила заранее, за день приезжала, смотрела, где находится офис компании, потому что иной раз не сразу интуитивно понятно, куда идти, в какой офис, куда подниматься. Обязательно уважительно относитесь к договоренностям. Если у вас назначено интервью на 14:00, пожалуйста, приезжайте там, ну, за 5 минут. Не нужно опаздывать, потому что у экспертов технических тоже время расписано. Мы можем рассчитывать, что там с 14 до 15 вы общаетесь с техническим экспертом, потом он уходит на созвон с клиентом, например. А если вы опоздаете, то у вас будет меньше времени для того, чтобы проявить себя и чтобы там по всем темам поговорить с экспертом. Он будет нервничать, торопиться, что вы там задерживаетесь, из-за этого ему нужно как-то опаздывать на созвон или там в максимально короткий промежуток времени попытаться спросить вас обо всех там нюансах той или иной технологии. Безусловно, интересно спрашивать знакомых, которые уже были на интервью в этой компании. Это очень полезно, вы будете знать, к чему готовиться, к каким вопросам. Дома посидите, почитайте, там теорию, практику поделаете. Это интересно. Как я уже сказала, теорию повторите обязательно, посещайте дни открытых дверей, ивенты и обязательно участвуйте в хакатонах. Кто-нибудь знает, что такое хакатон? Кто знает, поднимите руки. Угу, хорошо. Для тех, кто не знает, хакатон, ну, грубо говоря, это конкурс по разработке чего бы там ни было. Собираются люди, объединяются в команды и в течение какого-то ограниченного промежутка времени разрабатывают какую-то крутую штуку под присмотром, под руководством, под координацией какого-то очень крутого эксперта-технаря. Это очень интересная штука. Если бы я была разработчиком, я бы обязательно посещала такие мероприятия.
Во-первых, это помогает вам познакомиться с новыми людьми, посмотреть, там, как разрабатывается тот или иной продукт, поработать в команде и свои навыки применить на практике. И не переживайте, даже если у вас там вы чувствуете, что вы в каком-то направлении пока там слабоваты или там в программировании не уверены в своих скиллах, ничего страшного. Там будут, опять же, ребята, которые будут вас курировать, которые будут вам помогать. В общем, все у вас получится. Главное, не бояться. Так, ну и вопросы. Про резюме я спросила. Так, кто подписан на технические группы ВКонтакте? Поднимите руки. Типичный программист не считается. Так, хорошо. Кто следит где-нибудь в Твиттере или на Гитхабе, или еще где-то за техногуру? Поднимите ручки. Угу. Вот, это, собственно, ваша зона развития для тех, кто это не делает еще. Кто написал хотя бы одну статью по технологии или хотя бы попробовал это сделать? Поднимите руки. Угу. Ну, у вас все еще впереди, я надеюсь. Так, и кто, наверное, я переформулирую вопрос, кто уже занимается поиском работы, смотрел различные вакансии и так далее? Угу, угу. Отлично. Так, собственно, литература для практикантов. Если что, можете скопировать QR-код. Так, и также повторюсь, это есть у нас на datart.ru в разделе «Карьера», и там ссылочка на список рекомендуемой литературы. Так. Угу. Все, потом тогда промотаю еще обратно. Скиллотрон. Поднимите руки, кто знает о нашей платформе Скиллотрон. Ура! Хорошо. Вот сейчас, после того, как я закончу свой монолог, мы наградим лучших ребят. У нас был конкурс, как вы знаете. Кто наберет большее количество баллов по .NET, Java, QA, JS и английский, тому сейчас вручим очень ценные призы. В общем, сейчас вы буквально через минутку узнаете, кто же эти 6 счастливчиков. Так, если вы хотите быть в курсе различных анонсов, мероприятий и тому подобное, подпишитесь на наши рассылки и по любым вопросам можете писать на вот эту почту или звонить вот на этот номер. Или можете писать ВКонтакте, или в Телеграме, или в WhatsApp. В общем, любым удобным способом можете с нами связываться. Главное, не стесняйтесь. И, собственно, наша группа в Фейсбуке, тоже там много чего интересного, помимо информации по TechLeaders, у нас есть еще информация просто про нашу жизнь в офисе. Так что тоже подписывайтесь. И, собственно, на этом у меня все.